Полный зал людей. Зрители ждут начала фильма «Небо» режиссера Игоря Копылова. Картина рассказывает о двух летчиках – подполковнике Сошникове и капитане Муравьеве, которые приняли участие в военном конфликте в Сирии. В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в ноябре 2015 года. Тогда фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит турецкой ракетой. Подполковник Олег Пешков погиб, а майору Константину Мурахтину удалось выжить. Именно они стали прототипами для создания образов главных героев фильма «Небо». Очень сильный, мощный проект. И это все видно на экране сразу. Когда мы пришли на премьеру, посмотрели, мы все были удивлены. Фильм пропитан, конечно, патриотизмом. Очень сильно пропитан. Как бы он ради этого и был сделан. И это сильно отмечается. И прекрасная работа, прекрасная кинематография и очень хороший сценарий. Очень грамотно все прописано, красиво. Фильм «Небо» рассказывает о настоящих мужчинах, которые не изменяют себе, своим семьям и родине. Сыграть героев-участников боевых действий не так просто. Однако нашим севастопольским актерам драматического театра имени Луначарского это удалось. Они рассказали, что во многом успеху киноленты способствовала дружная, местами комичная и веселая атмосфера во время съемок на площадке. Самый запоминающийся момент, конечно, был, когда на плацу стояло более 100 курсантов, скажем так, да, и все зависело от одной собаки, потому что собака должна была вовремя гавкать, мешать тем самым командиру, но это, как вы знаете, не всегда получается. У животных свой мир, и это, конечно, когда 100 человек ждут одну собаку. Одна сцена, это снималась целый день. Одна сцена на плацу снималась целый день. Роль Олега Сошникова исполнил известный российский актер Игорь Петренко, а главного героя в молодости – севастопольский артист театра Луначарского Виталий Амельченко. Их совместную работу по созданию образа летчика высоко оценили зрители. Образ этого героя, он собирался из нас двух, то есть из каких-то даже внешних признаков. Что-то дорисовывали ему, например, шрам, который у меня на брови. То есть решили не мне его как бы убрать, а оставить Игорю Петровичу. И у нас с ним была всего одна встреча, где мы познакомились, поняли, что мы очень друг друга все-таки сильно похожи друг на друга и голосом, и внешностью. А по поводу роли как-то мы не пересекались, но на каком-то внутреннем уровне мы сделали одну большую роль. По мнению Виталия Амельченко, ему удалось показать главного героя именно таким, каким он видел его во время работы над ролью. Человек, всегда отвечающий за свое слово, честный, смелый. Там есть очень ключевая фраза в фильме «Сошников, не изменяй себе». Так вот, человек, который никогда не изменяет себе. Показ фильма «Небо» состоялся в рамках 31-го кинофорума «Золотой Витязь». За одну неделю севастопольские зрители смогли увидеть 164 фильма, снятых в России, Германии, Индии, Сербии, Республике Беларусь. В общей сложности в 21 стране. Мы вообще в этом году сделали акцент на те фильмы, которые говорят о самом главном, поскольку наш форум в этом году называется «Золотой Витязь против нацизма». И мы показываем подборку фильмов и военных корреспондентов российских, которые с угрозой для жизни работают и каждый день показывают нам по телевидению правду об операции нашей военной. Финальный день 31-го кинофорума «Золотой Витязь» выпадет на 28 мая. В стенах Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского жюри подведет итоги, выбрав лучшие фильмы в 7 различных категориях. Маргарита Борисенко, Антон Шлячков, Александр Устич, Севинформбюро.